В этом видео вместе сделаем распаковку новой гель-лаковой торговой марки Art Nail с интернет-магазина Wildberries, а также сделаем маникюр, дизайн и потестируем новые материалы на клиенте. А если тебе интересна тема распаковка, маникюр, дизайн, слайдеры, то ты как раз вовремя заглянула на мой канал «Все о маникюре». И я с вами, Татьяна Жильцова. Ногтевая феечка, которая каждый раз готовит для вас интересный и познавательный ролик. Ручки вернулись на коррекцию с опозданием, тут 5 недель, но относилось все очень хорошо, хотя база дала небольшую усадку, но это не критично. В этом видео я не буду подробно показывать снятие, обработку, это я упущу, а вместо этого я предлагаю посмотреть распаковку новых гель-лаков от торговой марки Art Nail. Заказывала лаки через интернет-магазин Wildberries. Пришли очень, кстати, быстро и упаковано очень аккуратно. Упакованы были в пупырку, на которых были написаны все выходные данные, артикул, номер гель-лака и кто производитель. А также еще в один целлофан, на котором также было продублировано все выходные данные. Сам флакон 10 мл, лаконично черного цвета, ничего лишнего, название, описание, срок хранения. Но вот один флакончик мне попался также черного цвета, но пластиковый, 6 мл. Производитель указывает 10 мл. Что-то я тут не поняла прикола. Может, я что-то напутала, может быть, они как-то тестер положили. Но да ладно, цвет огонь и закажу еще раз. Давайте разбирать поподробнее. Сами гель-лаки на витражной основе, но хочу сказать, что витраж тут добавлен в небольшом количестве. А вот шестигранников большое количество, также помимо шестигранников добавлены мелкие частицы. Что хочу сказать, такие гель-лаки больше всего подходят для декора или для дизайна. И они требуют подложку, либо молочную, либо белую, в зависимости, что вы будете делать. Для меня показалось неудобно распределять все эти шестигранники по всей типсе, они топорщатся иногда. И еще, конечно, получается на втором слое объем. Но это чисто мое сугубо мнение. А вот эти гель-лаки покорили не только мое сердце, но и моих девочек. Они стали просто фаворитом, хитом этого лета. Они на молочной основе и с шестигранниками фиолетового и зеленого цвета, с добавлением большого количества шиммера. Смотрится это просто восхитительно. А на примере покажу, что можно сделать с этими вкусными гель-лаками. Думаю, этим летом лаки от торговой марки Art Nail зайдут многим. Ну а ссылку я оставлю вам внизу в описании. Проходите и заказывайте. Ну а я вернусь к нашим ручкам. За это время я сделала снятие и маникюр. И теперь ручки готовы к укреплению. Ну и, конечно, предварительно обезжирила, убрала излишки пыли и нанесла дегидратор и праймер.
А работать я сегодня буду базы экстра торговой марки Ирен Мартин. Если вы еще не видели про эту торговую марку, проходите ко мне в описании, я оставила ссылочку на эту торговую марку. Она подходит, кстати, для убитых и поврежденных ноготков. А так как у моей клиентки работа связана с руками, и у нас все очень плохо носилось, то эта база стоит у нее лучше всех. В качестве дизайна пару ноготков сделаю молочной базой торговой марки Вула. Она средней густоты и хорошо выравнивается. Кстати, на моем канале есть распаковка с этой торговой маркой. И что я хочу сказать, камуфляжные базы у них носятся просто огонь. Заинтересовала торговая марка Вула? Тогда переходим в описание, ссылочку на это видео я оставила внизу. А вот в качестве дизайна мы выбрали ярко-оранжевый от торговой марки Ирен Мартин и шестигранники Art Nail. Очень долго я думала, как сочетать несочетаемое, поэтому сделала растяжку, чтобы совсем не было банально и скучно.
решила добавить слайд дизайн. На размоченный теплой водой ватный диск раскладываю вырезанные части наклеек. А вот теперь можно подготовить поверхность. А как я это делаю, сейчас расскажу. Пока размягчается слайдер, наношу топа торговой марки Эми для слайдеров и просушиваю все 30 секунд в лайт-лампе. Затем пинцетом, иногда штампом переношу рисунок. Это, кстати, тоже удобно. Помогаю распределиться, где-то подтянуть. И мне очень нравится силиконовая кисточка. Она аккуратно помогает распределить весь слайд-дизайн по ногтю. Еще одна подсказка, как наклеить два слайдера сразу одновременно на один ноготок. Берем праймер, проходимся по слайд-дизайну, немножко заходим именно на ноготок, и уже потом мы можем поверх этого слайдера нанести второй слайд-дизайн. Также помогаем силиконовой кистью распределиться и допросушиваем уже в лампе. Ну что, наш дизайн готов, осталось только закрепить наши слайдеры и нанести топ. Невероятно! И нежность, и яркость. Как вам получилось? Пишите в комментариях.
Ну вот, распаковку сделали, маникюр готов, да и видео подошло к концу. Как вам результат? Понравился? Пишите в комментариях, мне очень будет приятна обратная ваша связь. А я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч. Пока-пока.